Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 4, урок 27. Сравним данные единицы измерения, поставив между ними знаки «больше», «меньше» или «равно». Сравним 4 сантиметра и 9 дециметров. Чтобы сравнивать сантиметры с дециметрами, мы должны перейти к одним единицам измерения, к меньшим. Сантиметр – это меньшая единица измерения, поэтому 9 дециметров переводим в сантиметры. Это 90 сантиметров. 90 сантиметров будет больше, чем 4 сантиметра. 7 дециметров и 70 сантиметров. 7 дециметров – это 70 сантиметров. При сравнении 70 см и 70 см мы ставим знак «равно». 50 сантиметров и 6 дециметров. 6 дециметров – это 60 сантиметров. 60 сантиметров больше, чем 50 сантиметров. 3 дециметра и 20 сантиметров. 3 дециметра – это 30 сантиметров. 30 – это больше, чем 20. Ставим знак «больше». 8 дециметров и 80 сантиметров. Между этими величинами можно поставить знак «равно», так как 8 дециметров – это 80 сантиметров. 80 сантиметров равно 80 сантиметрам. 70 сантиметров – это 7 дециметров. 7 дециметров меньше, чем 9 дециметров, так как 70 сантиметров меньше, чем 90 сантиметров. Ведь 9 дециметров – это 90 сантиметров. Возникли вопросы? Оставляйте комментарии под видео.